Всем привет! Вы на канале «Домашнее подворье. Прибыльное хозяйство». Продолжаю тему гранат из косточки. На канале есть видео на эту тему. Ссылочку оставлю в описании к видео. Мой садовый гранат дал первый плодик. Я ждала этого момента очень долго. Растение граната можно получить несколькими способами. Вырастить из косточки, черенком или отводком. 3 года назад купила 2 растения граната. Уточню, что это были укорененные отводки. Сразу высадила в сад на постоянное место. Росточек из косточки у меня уже был. Он пророс зимой. Теперь могу показать вам разницу в развитии 2 типов размножения этого растения. Здесь гранат разного возраста. Это сеянцы, они выращены из косточки. Обратите внимание на это. Это росточек 1-го года жизни. В горшочке их 2. В следующем вазоне растения 2-го года жизни. Их 10 штук. Это гранат 3-го года жизни. Это уже маленький кустик. Дальше вы увидите 3-летний куст с отводка и оцените разницу в скорости развития. Растения в горшках в холодное время живут на подоконнике в доме, в теплое время в саду. В тропиках гранат ведет себя как вечно зеленое растение, и поэтому кустики выглядят красиво на подоконнике всю зиму. Растение зеленое и продолжает рост круглый год. А теперь оцените разницу в темпах развития. Растение 3-летнего сеянца и растение, выращенное в открытом грунте с отводком. Самый старший сеянец только набрал древесину, чтобы его можно было высадить в открытый грунт. Молодые сеянцы просто не переживут нашу зиму. Высаживать раньше саженец просто не имеет смысла, растение погибнет. За эти 3 года гранат из отводков полностью нарастил тело куста и даже дал сигнальный плодик. Если тема интересна и видео наберет 500 лайков, сделаю видео по вашим вопросам. Не забудьте нажать на колокольчик, так вы первыми получите уведомления о новых роликах. Всем спасибо за внимание, до новых встреч!